Друзья, всем привет! У меня сегодня день закупок продуктов. Давайте посмотрим, что там есть интересное на этой неделе. Возле магазина такая огромная парковка, и она такое впечатление, что вся забита. Наверное, людей внутри будет много. Давайте посмотрим. В секции овощей и фруктов вроде не так много людей. Но у меня на этой неделе список маленький, поэтому долго здесь не буду. Вот взяла пучок кинзы. Огурцы какие-то мягкие, очень странно. И эти тоже мягкие. Наверное, придется в китайской лавке их взять. Хотя я не планировала ехать. Да, что-то огурцы у них не очень сегодня. Ну вот сейчас возьму сыр-колбаску. Это для школы, для работы. Решила взять копченую индейку. Я уже вышла, заплатила, взяла тут по мелочам, дрожжи взяла, помидорчики, молоко. А потом поняла, что я часть со списка так и не взяла. Поэтому сейчас жду, пока мы докупим. Мы уже приехали домой. Вот наша целая закупочка. Мы заехали еще в китайскую лавку. Там взяла вот персики на варенье. В магазине мы еще докупили 2 кульфа яблок, которых я прозевала. В китайской лавке взяли клубнички тоже на варенье. Немножко слив. Вот дрожжи. Это что-то быстро закончились. Ну, в общем, покупочка такая не очень большая на этой неделе.